Вот дом как бы внешне. Да, вроде бы так ничего. А зайдешь, то пипец просто. С виду думаешь, что видишь, там все хорошо, чинно, благородно. На самом деле. Ну вот этот балкон, на который нельзя выйти. Непонятно зачем. Как было придумано. Виноград посохший. No comment просто. Виноградик будет. Вернулись мы на дачу, где я пыталась убрать 2 года назад. Но как бы через 2 года такая вот ситуация. Понятно, что больше здесь никто не убирал. Опять хламыдник, бомжатник. Как я последний раз подметала 2 года назад. Больше тут, походу, и не подметалась. Ну, печально, конечно, все печально. Я вообще не знаю, как... Что у человека должно быть в голове, чтобы такие условия жития нравились. Тут пыль никогда не вытиралась. Просто слои. А сейчас, друзья, вы готовы? Сейчас мы пойдем на кухню. Сейчас я вам эту кухню покажу. Та-да-да-там! Вот такая вот печаль. Вот печка. Не знаю, функционирует она вообще, эта печка, или нет. Неизвестно, сколько лет вот этой штуке. Ну, тут... Как бы посуда, как бы там ржавые гвозди, все в перемешку. Мебель под старинку. Ну и, собственно, стол. Та-дам! Прекрасная скатерть, как вы видите, чудесная просто. Практически новая. Эту мивинку, наверное, уже мышки прогрызли. Такая вот за таким прекрасным столом обедает папа. Просто интересно, здоровый как бы мужик и кажется адекватным. Но вот такой вот способ у него жизни. И если честно, если я 2 года назад... при своем-то здоровье пыталась тут навести порядки, то, приехав сегодня, я даже не собираюсь ничего делать. Абсолютно. Судите меня, не судите. Но делать этот вообще ничего не собираюсь. Это просто неблагодарная работа. Зачем, считаю, тянуть бегемота из болота, если ему здесь хорошо. Вот такая вот дача. Зеркало. Пойдемте на 2-й этаж. Попробуем. Про пол я папе уже говорила, что нужно с ним что-то делать, чтобы не погнил. Потолок тоже. Дерево не обработано. Ступеньки. Тогда я была очень хорошо их поубирала, ничего этого страхомудия не было. А сейчас вот что попало. Ё-моё. Бляха. А стоит ли мне туда вообще идти? Сейчас, секунду. Фух. Забралась на 2-й этаж.
ужасный специфический запах, непонятно чего, кого. Аж сердце хватает. Ну, мебель все по-прежнему там под пылью грузнет. С тех углов я убирала все. Диваны повыкидывали. Папа что-то режет. Продолжается стройка века. Печально. Модная штукатурка. Хай-тек. Или по-простому хай-так. Хай-так буде. Блять, печально. Говорю, по-хорошему надо ее продать нормальным людям с нормальной головой и с руками, которые растут откуда надо. Но за этой стенкой, чтобы вы понимали, там балкон. Но пройти туда нельзя, потому что шел правильно, что нет двери. Тоже такая замануха. Это страшно спускаться по этим ступенькам. Бля. Чтобы вы понимали, надо становиться так. Кто там лазает? Это я, Маш. Что на них все как-то стремнее и стремнее спускаться. Чего? Не бойся. Угу. Не надо. Потом. С собой заберем. Мы с собой заберем. Что, давай это. Короче, сосиски мы есть не будем, да? Оксана. То что, не будем есть сосиски? Не будем. Нема условий. Случай, когда дороги интереснее, чем на дальше. Как гремит там? Не, это вода так вот это фигарит под колесами. Вовремя уехали. Вовремя доставили, вовремя уехали, что происходит.